насколько успешным мог бы стать новый блокбастер с Вином Дизелем «Бладшот»? И стал ли бы национальным прокатным феноменом новый фильм Михаила Ильенко «Толока»? Эти вопросы можно было бы продолжать без конца, но ответ вряд ли мы на них узнаем. Здравствуйте, дорогие друзья, я Алексей Першко, а это значит, что вы смотрите очередной и, можно сказать, специальный сеанс в кинотеатре Синекура, моем YouTube-канале, который всемерно и любезно поддерживается национальным порталом о кино, крупнейшим порталом о кино в нашей стране, кинотеатр.ua. Почему сеанс специальный, спросите вы? Ну, думаю, что многие из вас уже об этой причине догадались, а потому что в момент записи, незадолго, точнее, до начала записи этого видео пришло сообщение, что и сначала в Киеве, а потом и по всей стране введен превентивный карантин в связи с распространением коронавируса, который на самом деле, как мы помним, по крайней мере официально, в Украине не распространяется. Да? Мы помним, что у нас есть единственный подтвержденный случай заражения коронавирусом, 39-летний мужчина в Черновцах. Но, тем не менее, наше правительство и мэрия города решает ограничить всяческое скопление людей для того, чтобы предупредить появление массового появления коронавируса в нашей стране. И тут у меня возникает ряд, в смысле, в этой связи мне представляется достаточно странным рассуждать о тех фильмах, которые, скорее всего, я надеюсь, что все-таки будут внесены какая-то ясность, поскольку сейчас только сказано, что ограничено массовое скопление людей, но что это конкретно подразумевает, пока непонятно. Так что я надеюсь, что все-таки какие-то коррективы будут внесены буквально в ближайшие дни, и уже станет понятнее, чего же нам, собственно, ожидать, и что мы, как любители кино, увидим или не увидим в кинотеатрах, или же увидим, но несколько позже. Да, лично я, конечно, не стал бы особо убиваться по поводу того, что я не увидел новый боевик с Вином Дизелем «Бладшот». Ну, поскольку я его посмотрел вчера по долгу службы. Кино, в принципе, более-менее нормальное, но уж никак не выдающееся. Даже вот в классе этих фильмов о супергероях. Но, как бы очевидно, мне кажется, что на этой неделе именно он был бы номером один в украинском прокате. Также вчера я посмотрел и новый фильм Михаила Ильенко «Толока», который является одним из долгостроев нового украинского кино. То есть он победил на третьем еще конкурсе «Госкино» в далеком уже 2012 году, получил там государственную поддержку, и вот, наконец-то, мы видим, ну, то есть, по крайней мере, я вчера и еще некоторое количество зрителей увидели этот фильм на киевской премьере в кинотеатре «Киевская Русь». И что могу сказать, что при всех его недостатках я могу констатировать, что первое, мне кажется, что в кинотеатрах он бы не добился какого-то выдающегося успеха, но так или иначе, второе, он вошел бы, ну или он, в смысле, он и так войдет, понятное дело, независимо от того, будет он показан в кинотеатрах или нет, как, ну, заметная веха в истории новейшего украинского кино, войдет в эту самую историю. И куда больше я бы убивался, собственно, ну, в смысле, жалел бы о том, что вы, дорогие зрители, не увидите, ну или увидите позже, или увидите каким-то другим способом, не знаю каким, придумываете такие замечательные фильмы, как французско-итальянская картина Маттео Гароне «Приключения Пиноккио» с замечательным Роберто Бенини, с удивительными прочими актерскими работами мастеров по спецэффектам, потому что, собственно, вот этот самый Пиноккио
сделан просто невероятно и порой даже пугающе, честно скажу. То есть поначалу надо привыкнуть к, собственно, к виду, классическому, надо сказать, виду Пиноккио, да, то есть, опять-таки, долго не буду распространяться, лишь скажу, что, ну, фильм этот действительно очень и очень приметный, и дело, наверное, во многом заключается в том, что Гарона решил достаточно точно воспроизвести классическую сказку 1883 года. И поэтому там, в отличие от всяческих голливудских экранизаций или же советских экранизаций, присутствуют достаточно пугающие моменты, ну, по крайней мере, для самых маленьких. Так бы я жалел бы, если бы не увидел, и жалел бы о том, что какое-то достаточно большое количество украинских зрителей до поры до времени не увидит совершенно замечательный французский фильм «Малышка-зомби», называющийся у нас в прокате, Бертрана Бонелло. Ну, по этому поводу не буду долго распространяться, посоветую лишь почитать мое интервью с автором этого фильма, который, с тем самым Бертраном Бонелло, который очень емко и кратко вносит какие-то немаловажные штрихи в понимание своего свежего фильма. Вот. Ну, а теперь, собственно, думается, что про «Куклу 2» Брамс, наверное, и вовсе не стоит говорить, поскольку даже на рейтинге, в смысле, в рейтинге популярности и зрительских ожиданий на портале кинотеатра UA он не особо популярен. Там у него самый низкий из этих 5 новых релизов рейтинг на основе 26 голосов. Вот, и, собственно, по-моему, самое время перейти к основной теме этого выпуска. Ну, а основная тема, как вы догадываетесь, это тот самый коронавирус, COVID-19 и карантин, превентивный карантин, который введен, по крайней мере, в столице. Причем, как мы помним, именно господин Кличко, мэр нашего замечательного города, опередил даже правительство и ввел этот самый вот превентивный карантин, который подразумевает, по его словам, и закрытие кинотеатров. Но, с другой стороны, я вот весь день с момента получения этой новости пытаюсь отслеживать по крайней мере, на телевидении, то есть на разных каналах, там и ICTV, и 1+1, и Интер, ну, в общем, и Украина, для получения самых разных точек зрения. И там как бы звучит, с одной стороны, что да, кинотеатры будут закрыты, с другой стороны, звучит постоянная фраза о том, что под запретом массовые мероприятия, где собирается более 200 человек. К чему я это говорю? А к тому, что вот как раз тут у меня, пардон, что называется, возникает когнитивный диссонанс. Вот в каком смысле. Ну, вот возьмем, как бы изложу свои мысли при помощи цифр. А вот как раз получил и поставил сегодня обзор украинского бокс-офиса за прошедший уикенд, за предыдущий, да, с 5 по 8 марта. И вот там на первом месте находится фильм «Вперед», анимационный фильм студии Pixar, который собрал чуть больше 13 миллионов гривен на... Да, и там было продано 139 тысяч билетов. Ну, я, естественно, округляю. Более точные цифры можете посмотреть в обзоре на портале кинотеатр UA. И происходило это на 300, вот дай бог памяти, ну, условно говоря, 380 экранах. Подчеркиваю, экранах, да? Вот. Если вы дадите себе труд разделить 139 тысяч на 300 эти самые 80 экранов, а потом полученный результат поделите на, соответственно, количество дней, то есть четверг, пятница, суббота, воскресенье, 4 дня, то вы выясните, что вот на один из этих экранов, из каждых этих экранов, на которых демонстрировался мультфильм «Вперед», приходилось, по-моему, 93 или 94 проданных билета.
И это подчеркну при еще при том условии, что я, естественно, не могу знать, ну, кстати, могу, я могу тупо сесть опять-таки и посчитать скрупулезно, сколько было не экранов, а сеансов, на которые, по всей стране, на которых демонстрировался этот фильм, и поделить вот эти самые 93 потом на эти самые количество сеансов, и тогда я получу вообще какое-то, наверное, смехотворное цифру по поводу того, сколько же людей присутствовало на самом деле в зале, на, ну, хотя бы в среднем, да, то есть в зале на сеансе этого фильма, подчеркну, фильма, который лидировал в прошлый уикенд. Да, то есть, ну и даже при этих вот моих подсчетах без количества сеансов мы понимаем, да, что в среднем 93 или 94 зрителя, но никак не 200. Правильно? Тогда, собственно, зачем вот это... зачем тогда, как бы, у меня возникает вопрос, подпадают ли тогда кинотеатры под подобный запрет? Или же нет? Или же, может, все-таки стоит задуматься над, да, то есть над логичностью подобного, подобных мер против распространения вируса? А как же тогда, собственно, извините, но все равно у меня это вызывает некое ощущение каких-то, ну, каких-то полумер, да, то есть каких-то достаточно показушных мер. Потому что все равно же ведь никто же не отменял общественного транспорта. Условно говоря, могу сказать, что, наверное, вероятность там заразиться каким-то любым заболеванием, не будем говорить сейчас только коронавирусом, по пути из кинотеатра домой, ну, то есть я там достаточно часто пытаюсь пользоваться, кто знает, в Киеве, значит, очень удобный автобус номер 114, который экономит массу времени вот при перемещении из центра в город, как бы к месту моего проживания. Так вот, там, как бы, всегда, в любое время года этот автобус забит под завязку. Да, и как бы, но этого же никто не отменяет, правда, да, то есть в кинотеатре, где, ну да, возможно, на каких-то премьерных показах, там, светских мероприятиях и так далее, и набирается вечером полный зал, но в среднем, я вам уже сказал, 94 человека, вот. То есть, тут, конечно, мне скажут, что пример, который я приведу, вот чуть дальше, не очень удачен, потому что я вспомню Италию, да, то есть до введения, опять-таки, вот карантина там, в Италии, но мы-то помним, что в Италии, пардон, какое количество зараженных и какое количество из них уже умерло, мы все помним, да, то есть все мы следим сейчас за этим внимательно. Так вот, до введения карантина, тоже вот как раз, которое пришлось на 8 марта, они там, в смысле, кинотеатры, кроме самых зараженных регионов, все-таки работали, но с единственным ограничением, что зрители не могут сидеть ближе, чем за 3 кресла один от другого. Но, может быть, этого было бы достаточно для нас, с учетом того факта, что единственный заболевший находится в Черновцах. Или же он не единственный, или же мы чего-то не знаем. Ну, тогда, пожалуйста, расскажите, потому что иначе вопросы, подобные моему, будут только множиться и множиться. Ну и в завершающей части этого сеанса я буду достаточно краток, поскольку отслеживать успехи украинского кино у нас был только один повод, это... комедия, романтическая комедия, как думается ее авторам, «Свидание в Вегасе». И тут надо сказать, что она меня несколько удивила, прямо скажем, да, то есть на достаточно изрядном количестве, как для украинского фильма, количестве экранов, там, по-моему, 290 с копейками, она собрала там 4800, по-моему, 4 800 000 гривен. Ну, опять-таки, если что, за более точными цифрами отсылаю вас к обзору моему на портале кинотеатр.ua. Но я практически уверен, что, как я это уже неоднократно говорил и писал, что этот фильм ждет та же прокатная судьба, что и «Голую правду» Александра Беляка. Но, к сожалению, проверить это я не смогу,
по тем же самым причинам, что, очевидно, нас ожидает закрытие кинотеатров, и посему, ну или даже, пусть оно будет даже частичным, где-то они там не в Киеве, где-то они будут продолжать работать, но все равно картина не будет объективной. Ну что ж, вот на этом и все. Так что давайте пожелаем друг другу, чтобы эпидемия или, вот как уже говорят, пандемия по определению Всемирной организации охраны здоровья коронавируса COVID-19 не продлится долго, а вместе с ней и с наступлением весны, как бы она прекратится, и вместе с ней и прекратится и карантин, пусть в любом случае он останется только превентивным и, еще раз повторюсь, коротким. Ну, на этом прощаюсь. До самых скорых встреч. Я надеюсь. Пока.